Осенью традиционно растет заболеваемость гриппом. Чтобы обезопасить себя от болезни, в качестве профилактики врачи советуют вовремя сделать прививку. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, амбулаториях и центре диспансеризации Видновской клинической больницы. Используются вакцины Sovigrip и Ultrix Quadri, содержащие актуальные штаммы вируса. Получить направление на прививку можно у терапевта по месту прикрепления или самостоятельно записаться на региональном портале госуслуг. На настоящий момент в Ленинском округе вакцинировались от гриппа уже порядка 60 тысяч человек.